Добро пожаловать на канал Harder Set Info. Перед нами находятся часы Fitbit Sense 2. И сейчас я покажу вам, как поменять силу, настроить силу вибрации. Итак, для этого мы свайпаем вниз, открываем приложение настройки. И после чего выбираем раздел вибрации аудио. И здесь мы можем выбрать либо сильную вибрацию, либо слабую. Вот, и на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.